Создателя. Люди должны понимать, что нужна их активность. Масса или количество ничего не решает. Губит любое дело людей пассивность. Дирижерская палочка неба всем управляет. Штаб — это дирижерский пульт вечности. Это место Создателя или Пророка. Нужно отменить людям людей беспечность. Люди должны взять управление. Подходят сроки. Повторяю для вас. Хочу — не значит могу. Желание человека — это не всегда желание Бога. Многие отказались писать собственную строку, поэтому человечество у печального стоит итога. Нужно вернуться опять к истоку. Жизненный опыт — это сегодня нужная вещь. Нужно перенаправить людей потоки, чтобы не разрушил матрицу смерч. Главное для людей — чистота сознания. Рвутся в штаб те, кто в октаэдр не прошел. Нужно воспользоваться Создателя знаниями, чтобы росток сознания очень быстро взошел. Дважды реку нельзя перейти. Было предложение войти в матрицу. Надо было в ногу с Богом идти. Задача была свою написать страницу. 30% в штаб. А где раньше были? Разве 18 лет прошли для людей даром? Перед вами Бог поставил великие дали. В признаниях Бога жизни людей совсем не слалом. Люди снова готовят грабли. Сколько можно на них наступать? Сегодня вам нужны другие совсем корабли. Русь должна, наконец, встать. Картина в пространстве сложная. Кругом враги. Хуже всего, что основные враги внутри. Вам сегодня не хватает отваги. Люди падают духом, куда ни смотри. Тьма тормозит о вас информацию. Каждый в эфире стоит за себя. Люди боятся от власти реакции. Люди не понимают, что в этом мире власть у меня. Нет в мире порядка, а есть толпа. В толпе легче всего скрыться. Но поднимается над планетой волна. Людям пора с судьбой определиться. Предупреждал уже, планета вздрогнет. Волна накроет это пространство. Человечество тайной власти должно сказать «нет». Надо прекратить во тьме странствия. Вам надо разобраться, что хотят люди. Согнулись в рабстве или еще нет? Предупреждаю. Сегодня конца пятой прелюдии. Главное для людей – это Богозавет. Люди понимают, что пандемия – уничтожение. Помните, никто не хотел умирать. Тьма определяет мировое мнение. Информация в интернете продолжает врать. Попрана мораль всей жизни. Теперь человек человеку – волк. Людей брошенных уже тысячи, власти не видят в них толк. Мировая власть управляет пространством. Люди брошены на произвол судьбы. Сегодня люди по планете странствуют, разрушены для людей все мечты. Людям не одолеть противоречия, нет аргументов для жизни своей продолжения. Фактически люди на смерть обречены. Не предполагаются новые поколения. Геноцид или уничтожение человечества. Теневое правительство уже празднуют. Надежда только на Русь и на ее отечество. Важно, что Русь пока здравствует. Ее судьба в ваших руках известна. Бог в Конституции уже не намек. Это единственное для людей место. Бог спасителем мира ее нарек. Для 18 лет нет уже продолжения. Штаб — это совсем другой уровень. Нельзя оставлять без изменения движение. Русь — это все-таки судьбы баловень.
пророк просмотрит ряды внимательно. Повторение пройденного – это ошибка. Знание – это среда питательная. Знание в оркестре – это главная скрипка. Дирижер понятен. Нужен оркестр. Оркестр – это виртуозы России. Это новый энергетический костер. Спасти человечество – его миссия. Аминь. Отец Абсолют или Высший космический разум. 29 октября 2021 года. Катрен. Пророк просмотрит ряды внимательно.